В этом ролике я продолжу рассказывать о том, как мужчине сохранить свое здоровье. Многие считают, что вести здоровый образ жизни – это значит не пить, не курить и регулярно заниматься физкультурой. Но все это бесполезно, если вы живете в состоянии постоянного стресса. А что же вызывает у мужчины стресс? А стресс у мужчины вызывает женщин. Вспомните, как вы плохо стали себя чувствовать после того, как залипли на какую-то бабу. А как на вас действуют женские истерики на ровном месте или когда женщина пытается вас завиноватить? Понимаете, женщина для мужчины очень сильный раздражитель. А поэтому, как я уже говорил в одном из своих роликов, с женщиной нужно общаться дозированно. То есть ровно до тех пор, пока она своим поведением не начинает вас раздражать. Феминистки очень любят рассказывать про токсичную маскулинность. Но на самом деле все эти рассказы не что иное, как попытки переложить с больной головы на здоровую. Потому что женщины токсичны. И что бы они там ни говорили, именно женщина отравляет мужчине жизнь, а не наоборот. Поэтому, если вы собрались вести здоровый образ жизни, то первое, что, на мой взгляд, нужно сделать, это избавиться от постоянной женщины. Потому что до тех пор, пока рядом с вами постоянно будет находиться баба, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, ваш образ жизни нельзя будет назвать здоровым.